работники отделов и управления администрации, депутаты Новочебоксарского городского собрания депутатов, работники учреждений образования, здравоохранения, культуры, предприятий торговли, ЖКХ, силовых ведомств, а также предприятий промышленности приняли участие в соревновании «Голубая дорожка». Соревнования по плаванию «Голубая дорожка» проходят у нас ежегодно. На данный момент заявилось около 500 человек, но, как мы могли видеть на регистрации, все больше и больше приходят людей, которые регистрируются в сегодняшний день. Все победители и призеры в личном награждаются медалями, грамотными, а также командно награждаются памятными дипломами. Соревнования прошли в 25-метровом бассейне «Дюшор номер 3». Поприветствовали спортсменов официальные лица города. Участники «Голубой дорожки» могли стартовать любым способом по своему усмотрению – с бортика или из воды. Женщины плавали 25 метров, мужчины – 50. Состав команды был не ограничен. Музыкальная школа является постоянным участником городского заплыва «Голубая дорожка» и является лидером среди учреждений культуры. Я надеюсь, и этот заплыв нас не подведет, и мы опять станем победителями. Победители и призеры определялись для работников каждой отрасли отдельно. Отдельный зачет среди руководителей предприятий и учреждений. ВИП-заплыв. Мероприятие проводилось с целью усиления пропаганды физкультуры и спорта, как важных средств, способствующих всестороннему развитию личности. Активизация физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях, учебных заведениях и коллективах. Конечно же, массового привлечения населения к систематическим занятиям плаванием.